Приветствую вас, дорогие друзья, на первом музыкальном национальном портале «Далатюнс». С вами вновь я, Арахпаев Абзал, солист этнофольклорного ансамбля «Туран» и нео-этнофольклорной группы «Аркаим». Итак, сегодня мы разбираем один из интереснейших киев, который называется «Жастар Пие». Этого кия сначала разберем правую руку, то есть удары правой руки. Направление ударов вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Итак, переходим на левую руку. Здесь большой палец лежит на верхней струне пятого лада, то есть пятого перния. Итак, здесь мы проводим как раз-таки полный блок этого удара. То есть это у нас один блок. Попробуем сыграть без остановки. Итак, если мы это выучили, то следующий этап — это четвертый палец на верхней струне седьмого перния. Два удара вниз, и на верхний удар мы закрываем четвертый палец. Смотрим дальше. Дальше у нас идет первый палец на четвертой перне нижней струны. Оставшиеся три удара здесь. Повторяем. Если у вас получилось, смотрим дальше. То есть первый, второй палец. Закрывается четвертый палец на верхнем ударе и заканчивается тремя ударами на первым пальцем на четвертой перне. Попробуем соединить. Еще раз. Если у вас все получилось, учимся дальше. Начинается предложение второе с этих же нот, с этой же позиции. Итак. Вниз, вниз, вверх. Так. Первый палец, второй,
И здесь мы меняем позицию аж на один лад, то есть на целый тон. С пятого перни мы перепрыгиваем сразу на седьмое перни. В этой же позиции. Дальше начинается мелодия опять-таки с той же позиции. Итак, здесь седьмая перни, четвертым пальцем девятая перни, седьмая и пятая. И возвращаемся. Повторяем. Попробуем объединить. Здесь повтор идет. Итак, теперь два вот этих предложения надо повторить по два раза. Слушаем. Если у вас получилось, попробуем сыграть с самого начала. Итак, обратите внимание на правую и левую руку. Дорогие друзья, надеюсь, у вас все получилось. С вами был Архпаев Абзал. До новых встреч!